Всем привет, меня зовут Александр Боровиков, я тренер проекта «Приведи себя в форму». Бодибилдингом я занимаюсь на протяжении 7 лет и на протяжении 4 лет уже соревнуюсь. Попал я в тренажерный зал, в принципе, случайно, так как я жил неподалеку от тренажерного зала, их было всего 2 в городе, это был подвал у нас. Одни ребята хотел стать сильным и большим, было мне тогда 15 лет. Пришел, начал с малого, меня затянуло, я там и остался. Ну, я имею в виду в этом спорте. Я абсолютный чемпион Дальнего Востока и серебряный призер чемпионата России по бодибилдингу. Также я неоднократный победитель сахалинских областных соревнований. Так сказать, кумиров в принципе у меня нет, но есть те люди, которым я даю почтение и уважение в бодибилдинге, те, которые достигли очень больших результатов. Это Ронни Кольман и Фил Хит. Фил Хит — это действующий мистер Олимпия, трехкратный. Но если это мы так назовем звездный час, то он настал у меня, это было 1,5 года назад, это было прошлой весной. Я приехал с Краснодара, с Кубка России по бодибилдингу. Я тогда занял 3-е место. 3-е место среди юниоров. И также в тот же сезон, в тот же соревновательный период, я занял 2-е место на чемпионате Дальнего Востока. Я занял 2-е место. И потом с каждым годом я прогрессировал, и каждый сезон, это каждые полгода, я прогрессировал и показал все лучшие результаты. По итогу той весной я на России занял 2-е место, на Дальнем Востоке я занял 1-е. И также я занял 1-е место на Дальнем Востоке в абсолютной категории, то есть там участвовали и юниоры, и мужчины. Будучи юниором, я выиграл абсолютный титул. В первую очередь, вот этот вид спорта, которым я занимаюсь, да, бодибилдинг, я прежде всего люблю за дисциплину. За дисциплину, то, что ты в определенном, у тебя постоянно ты корректируешь определенный режим. То есть в 10 ты лег, в 6 встал, поел, в определенное время кушаешь, в определенное время употребляешь аминокислоты. Ежедневные тренировки, регулярные, кардио, все остальное. То есть, в принципе, ты не сбиваешься даже на выходных. У тебя постоянный режим, постоянный режим. Когда у тебя дисциплина в спорте, у тебя появляется дисциплина в жизни, и в работе, и везде. Соответственно, ты становишься очень серьезным человеком, то есть очень появляется определенный стержень. Ты четко планируешь свой план действий во всем. Как и в спорте, так и в работе, так и в делах, везде. За это я люблю. Ненавижу, если я ненавижу бодибилдинг, это когда я готовлюсь к соревнованиям, да, сама подготовка, когда ты в принципе, практически урезаешь углеводы вообще до полного минуса. У тебя остаются одни белки и немножко жиров для тренировок полезных. Все, ты просто не можешь. Ты отзанимался, например, у тебя тренировка 2 часа идет, ты отзанимался 40 минут, все. Через 40 минут ты просто умираешь, падаешь, ты уже не можешь. И ты потом ложишься и думаешь, зачем мне все это нужно, зачем мне все это нужно. А когда ты с утра встаешь, смотришься в зеркало, ты понимаешь, то, что оно того стоит. Когда ты выходишь на сцену, когда ты выигрываешь, вот тебе буквально 5-7 минут на сцене, когда они проходят, заходишь за кулисы, когда ты что-то выигрываешь, ты все это прокручиваешь все эти полгода подготовки буквально за минуту в голове, ты понимаешь, что того стоит. За невкусную еду ненавижу бодибилдинг, потому что надоедает. Она полезна, но невкусная. У меня свой девиз такой, знаете, наверное, такой, не как у всех. То есть, все, что я делаю, я привык это все добивать до конца. Все. То есть идти вперед, несмотря ни на что. Вот мой девиз. Идти вперед, несмотря ни на что. На все трудности, без разницы. Вот, к примеру, да? Будь то спорт, будь то работа, будь такие дела. Если ты же что-то взялся, добей это до конца. До конца. Если ты этого хочешь, ты это сделаешь. Мысли материальны. Мыслите, мечтайте. И все мечты сбываются, я в этом уверен. Просто всему свое время. Самые яркие моменты давайте возьмем только мы, к примеру, подопечных, да? Возьмем Татьяну. Самый яркий момент, когда Татьяну, примерно прошло уже 3-4 месяца, мы с ней как-то качали ноги, я говорю, Таня, у нас новое упражнение будет, называется оно присед Гакеншмидта. Как присед? На простом языке, как присед. Начали его делать, там полчаса надо будет, встаешь на платформу, эту платформу надо поднимать плечами, плюс ко всему к этому на эту платформу вешаются еще и веса. То есть Таня буквально сделала 6-7 раз, и я вижу, что у нее просто потекли слезы. И она доделала до конца, и все 4 подхода. И только тогда я понял, что Таня, ты молодец, ты действительно хочешь. И Таня видела, что он действительно хочет выиграть этот проект. То есть были у нас люди тот же самый, вот у тренера Алексея, да, у него был Алексей подопечный, который буквально там 3-4 месяца занимался, и
И как говорит Алексей, что он на каждой тренировке там все ему не так, что у него болит, то он плакал. И когда он ушел, когда Леха просто, уже у Лехи просто не выдержали нервы, то он сказал, до свидания. Вот это мне тоже запомнилось. Мы познакомились с участниками очень близко. У нас довольно-таки теплые дружеские отношения, что с Татьяной, что с Геннадием. И даже после мы стали общаться еще плотнее. Они еще больше увлеклись, понимаете, эти полгода, они только зарядили. В дальнейшем видно то, что им захотелось дальше больше заниматься. У Геннадия вообще появился стимул там выступить на определенных соревнованиях. Вот Татьяна дальше, то есть дальше самосовершенствоваться. Приведи себя на еще наиболее лучшую форму. В принципе, отношения с ним очень хорошие, очень теплые. Я хотел бы пожелать участникам в первую очередь здоровья крепкого и долгих лет жизни, это я, наверное, все всегда желаю. И дай бог, чтобы они дальше занимались, и дай бог, чтобы дальше был такой стимул в спорте и в жизни вообще. И чтобы они не бросали, как они играют, свое любимое дело.